cara tá maluco. Можем вернуться к Конору, когда будешь готов. Если не хочешь сначала подрубить источник, выбирай. Какие новости? Разузнал там что-нибудь интересное? Они до конца работали над странной затеей. Пытались создать новые тела и запихать разум в компьютер.
Сплошь неудачи. Тяжело им, наверное, было. Мне тоже не по себе. То есть они говорили, что там есть что-то, что нам поможет, но что это? И почему оно заперто, если оно нам нужно? Не знаю. Может, оно опасное? Может, важно, чтобы только ты его достал?